Доброго всем утра. Доброе утро. Позавтракали и выезжаем на большое длинное сафари. Правда, мы на обед вернемся, поскольку живем мы в парке Цаво. Как-то вот дождь намечается. Наташа говорит, парит. Но мне очень парит. Я пока не сильно чувствую. Сейчас хорошо. Вот, идем вперед и едем на новое сафари вместе с вами. Вот, машинки уже готовы на сафари. Сейчас уменьшу. Кто-то выезжает. У кого-то вот такой джипчик. Прикольный цвет такой. Салатовый. Обезьянка готова. Наташа готова на сафари. Ну вот, в погоне. В погоне за животными. Настраиваем рейнджерское радио и вперед. Подъезжаем тихонечко. И вот ориксы. По-моему, много ориксов мы показывали в зоопарке в Эмиратах. Да. Тоже там хорошее видео. И животные так не в клетках, а в такой хорошей природе живут. Ой, какой он интересный орикс. Не стесняйтесь. Все стадо просто рвануло от нас. Мне кажется, они просто играются. Ну вот смотрите, уже новое животное в копилочку. Орикс. Ой, красивый. Слушай, ой, рога какие. Слушай, тоже у них полосочка, да, есть по пузику идет? Угу. Где-то они метрах 50 от нас. Дергаются хвостами, они так дын-дын. И такую музыку надо. I like to move it, move it. Вон птичка. Ага. Утро в саванне сейчас 7:55. Вон на другой стороне импала, мне кажется. Если с полосочкой, то туда это Томпсона. А может и газель. Не, если вдоль тельца, то Томпсона. Наверное, Томпсона, я не вижу отсюда. А что она с ними тусовалась? Да, это Томпсона. Красота какая. Кстати, вот сказал наш гид, что есть здесь змеи и кобра, и зеленая мамба. Говорит, укусит, и вам трындец. 10 минут подождать, и все. Так что надеемся, вот этих животных мы не встретим. Мы поехали. И они поехали. И ориксы побежали. Надо же, именно перед. Нет, чтобы там подождать. Нет. Чего же они ждать-то будут? Как быстро. Смотри. А быстро мчатся животные. Ого, ого, ого. Ого, скоростушка. Это сколько, 50 километров? Ой, дождик начинается, кстати. Ой, дождик, ой, птички, слышишь? Но это нам не впервой. Все вместе. Смотрите, ехали, затормозили, остановились. Наташа заметила дерево, так поломалось. Вообще просто. Нет, так посмотри, оно просто так стало. Как, это ветер, с корня вырвало. Ветер, наверное. Вот такие вот деревья. Подожди, это не корень. Вот. Это вот, оно это перевернуло. Ствол, да, это ствол, а это были ветки. Ну, это и есть ветки. Обалдеть. Вот такие ветра здесь. Кстати, я вот чувствую сейчас такой ветерок прохладный. Вот мы одеты. Ну, жарко парит, когда едешь очень, ну, прохладно. А сейчас, конечно, стоишь, парит. Но раздеваться нет. Не хочется сейчас поедем. Раздеваться нет, однозначно. Гид так несся, и он сам. Я кричу, правда. Наташа увидела. Он не может понять. А их не видно. Вот это, и вот еще, и вон еще. Не то, что там это, вот. Мы снова двух увидели. Кстати, водитель в прошлый раз пошутил, что это дамы, и, мол, для кавалеров в Амбаселе, которых мы видели. А потом говорит, нет, это мальчики, тут мальчики без гривы. И вон... В Цаво, именно в Цаво, да, мальчики. И вон попки торчат еще. Да, в них там ебумбончики сзади. Это мальчики. Я уже вижу. Представляете, как? И Наташа увидела справа. Они такого песочного цвета. А я как дурачок кричу, право. Гид не может понять, молодец, в какую сторону Наташа вертеть головой. Ох, величественно переходят дорогу. Машина, наверное, да, проедет? Перекроет нам. Посмотри, они смотрят, там, наверное, они дурачки. Ой, вон, посмотри, какие бомбоны у него. Ну да, пацан, хлопец. Видите, без гривы. То есть, не факт, что мы тогда львиц видели. Это мальчики были. Так нежно только мальчики с друг с другом, да? Львята его видят. Ну, это здорово. Слушай, я думала, ой, смотри, жарко. Нет, это не львята. Вот идут, ведут себе по дороге. Где вы такое еще увидите? На нашем канале в парке Цаво.
Ух. Все уже уходят. Вот они как величественно. Вот уже двое пошло. Один, второй. А еще где двое? Уже далеко? Двое впереди. Не один куда-то уже срулил. А, вон он где-то вправо. Лег отдыхать под деревом. Иди. А, он туда перешел. Класс. Вот, джип поехал, серьезно? А вон еще. Подожди, сейчас я хочу показать, что джип поехал. Мы за ними типа едем, да? А вон еще один зад. Там где? Вон он еще один. Вот еще один. Там водичка, и они пьют. Таких тут целых 5 было. Ого, где вы еще 5 львов увидите? Но мы так много не видели. Тоже на водопойчик попить. Тут главное держаться, кстати, а то зубки вылетят сразу. Потому что он пытается же поехать за ними. В общем, охота на львов, кто бы сказал, да? А на самом деле львы охотятся обычно. Ну, жарко, бедняк. Да, пьет. Оказалось бы, да? Так, сейчас выключу и включусь. Ага. Кстати, мы вот так вот развернулись чуть-чуть. За кустом это львица. Та, которая пила водичку. Получилось смотри. 4 мальчика и львица. Вот проехали бы, кто увидел? Вот она сейчас сидит. Да, она видит? Сейчас вот спряталась знаем, за кустиком. Она вот здесь вот где-то. Вот она. Вот тут она за кустиком. Где-то 4 парня уже ушли. Хотя вон там люди фоткают, значит 4 парня там. А львица такая королева спряталась. Слушай, ехать на скорости... Я да, очень вот тяжело вот животных искать. Взгляд бросила. Вот Наташа вот увидела. Идет. Сейчас. Вот я сейчас не приближаюсь. Ну вот смотрите, машина и львица. Ну, метров 7, может 5. Тут он сзади, а это мотылек бьется. Наташа уже такая, кто там сзади? Не, ну мало ли, знаешь, такой звук. Лев такой, здравствуйте. Постучался, да? А, ну мы сейчас приблизим, проверим, львица ли это. Ну все, наверное, да, это ушли, львица. Ушли уже это львы, львица. Поскольку машина разворачивается. И львица гордо уходит в прерии, точнее в саванну. Летит. Наташа мотылька выпускала. Ну он бедный бьется, я не молодец. Тот, который тебя напугал, да, ты подумала, что лев уже сзади. Давай, вон еще посмотрим. О, нас еще все-таки водитель везет за львицей. Ну где мы еще понаблюдаем? Ой, красивая. Красивая, гордая. И, о, вот они, ребята. Хлопчик здоровый такой сидит здесь. Ой-ой, не, он какой-то такой, я не скажу, что дружелюбный. Вон улеглись, вон стоит, смотрите. Мы просто в окружении львов сейчас. 5 львов. Я вам так скажу, нужно быть осторожными. Даже не верится. Смотрите, машина и лев. Вот этот лев меньше 5 метров. И вчера гид говорил не подъезжать. Наташа и лев. Краса какая. Господи, не думаю, господи, какие они дурачки, какие дурачки. Кися. Может, не надо? Нет. Может, ты их оскорбишь, а он сзади, посмотрите, как. О, смотрите. Ой. Кися. Кися, я уже устала улыбаться. Наташа все пытается с Кисей схватиться. Ну, Кися все время куда-то смотрит в сторону. Милые кошечки. Какая же красота. Пошло? Самка легла. Пацаны сейчас будут за тенек сражаться. Он жарко дышит, смотрите. Самка выбрала место. Боже, жарко как. Северный, ну да, жара уже наступает. Она быстро по мху посмотрела, где будет тень. И все, заняла эти. Тут стал разрыв. Те вообще солнечный два красавца мальчик. Лежат, да, на солнце. Сделай ему садиться. Я к тебе по морде дала, жопой сел сами. И так жарко, он это реально. Он реально сел на него пупой просто сверху. Боже, как он дышит. Жарко малышам. Такая симбочка. Ну, покоцанные такие, знаешь, какие-то... Подранные, как да, в драке что-то, или не знаю, или животные оборонялись, когда они их... Ну, ветками, может, нет?
Тут не так-то много веток. Вот жарко зверюшкам. Хотела снова сказать, ставьте котикам воды. Это я говорю про Эмираты и Турцию. А здесь не надо выходить. Встал, встал, встал. Встал, встал, переходит Симбочка. Тоже жарко, да? Нет, ну смотри, а этот моложе. Ленивый. Ленивый, перешел на лёг. Это он так нашёл себе тень, называется. Ну ты, конечно, мастер тени. Ой, симпатишки. У него попа перегрелась, он попу запрятал. Вообще, как же они близко. Вот, отъехали от лёв. Вот лёвы буквально за поворотом лежат. И боимся, что обед бежит к ним. Зеброчки, там малыш просто. Ну, знаешь, львам жарко. Я думаю, что, может, они есть не будут сейчас. Смотри, 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 как она остановилась. Ну, что-то они понимают. Марти, вали отсюда. Мне кажется, львы ленивые сейчас, и они не будут. Ну, знаешь, я надеюсь. А вдруг, если есть... Да, там малыш еще сзади, вся семейка. Ну, что, как бы, все равно, как это классная пословица или поговорка, когда встает солнце, да, зебра должна бежать, или лань должна бежать, иначе она станет добычей льва. Когда встает солнце, лев должен бежать, иначе он останется голодным. Когда стоит солнце, мы должны идти на работу, бежать на работу. Так, в общем, одна судьная суть. Ой, одно событие, а какие разные судьбы. Когда стоит солнце, друзья мои, всем надо бежать. Точно. Ну, сегодня просто день хищника. Подъехали вот те же ребята на машине. И вот уже 4 льва. Там осталась зебра с другим прайдом, ну, с другой стаей. А тут вот 2 льва. 4, и вон еще, 2. И вон еще 4, 2. Да. Вот сегодня очень много хищников. Очень много, классно. А вон слоники гуляют. Там их 10 штучек. Я насчитала только. Мне кажется, что там их и больше. Не знаю, главное, чтобы не размазано было еще. Боже, солнце. Там такие малыш. Не знаю, видно ли. Очень, очень далеко. Юноша. Не знаю, кто, но... И вон еще есть тоже очень-очень далеко слоны. А сколько тут метров? Километр? Не. Не знаю. Ну да, может, меньше. Может больше. Да? Очень вдали. Ну, вот такая дорога. Едем и ищем животных. Вот это ж надо. Ох, перебежали дорогу. Это Гран-Газель. Гран-Газель есть? Я. Гран-Газель. Мальчики. Красиво. Племя мальчиков. Ну вот, когда они станут настоящими самцами, тогда будут себе племя с самками. Вот мы обогнули одну ложбинку, да, выехали на другую дорогу и к слоникам попали. Вот мы их показывали, но сейчас мы уже ближе к ним подходим. Громче, смотрите, громче говори, да? Какая толпа просто. Просто огромная. Это, ну, стадо, да, не толпа, конечно, стадо. Как говорят, здесь прайд. И вот они уходят. И малышей там, да, сколько вот? Да, много. Ой, масел, ну, нет. Где-то меньше 100 метров. Ну, ого, ого. Ох, и мушки здесь. Ого. Помним, что слоники, в принципе, тоже могут быть агрессивными. Ночью, поэтому зачем? Да, особенно, когда они малышей защищают. Поэтому ближе мы не подъезжаем. Просто любуемся с вами. Вот парадом проходящим. Ой, малыши потрясные. И муха такая, извините, пожалуйста. Муж залетела, подожди. Потом с тобой разбираться. Так, и смотрите, в деревьях живут леопарды. А гепарды или читахи, они живут на голой земле. Поэтому все еще в поисках этих прекрасных кошечек, но очень сложно их разглядеть, деревья далеко. И, ну уж понимаете, эти коты не будут вальяжно валяться на дороге, как львы. Ну, скорее всего, не будут. Дай бог увидим. А пока мы идем за слониками. О, слоники дорогу переходят. Сейчас увеличу и будут держаться. Ох, мы близко. Ох, мы близко. 30 метров. Даже держать ухо востро, что они справа могут
подойти и спросить, как дела у вас. Последние дни вот этот папа смотрит. Ну, главное, что водитель был в порядке, подкрадывался аккуратно. Вот там, ну да, прикрывают малышей. Ага, и мы в такие вот дебри еще не заезжали вообще. Малыш там идет потрясный, ну там вот где-то, наверное, не видно будет, как они дорогу будут переходить. Но опять-таки, я же говорю, из нашего опыта подъезжать не надо близко, когда они с малышами. Ну, вы увидели уже, мы показывали вам Басели, как слон за нами бежал. И в Цава уже показывали. Так, а там малышей не было? Да, там не было малышей, то просто... Да, он просто вас вытеснили из дороги. Все, поворачивается, говорит, нет, ну, дальше вы не поедете. Да, это он нам сказал. Это он нам сказал. А, окей, говорят, Цава очень агрессивные слоны. Все, он нам показал, повернулся и сказал. Что это, стойте, пока мы не уйдем, потому что он как раз и замыкал. Ну, правильно делать. Мы проедем просто, мы же к нему не поедем. Надеюсь, он поймет. Но мы успеем проехать. Вот он снова поворачивает, смотрит, все, отвернулся. Умные животные. Ну да, защищает свое племя, молодец. Все, мы просто проезжаем вот такие вот, сейчас уже уменьшу, такие дебри. Ну, скажем так, если сейчас здесь будет леопард, прямо вот здесь вот, ой, елки-палки, чуть не подлетело. Не факт, что я буду рада его встретить. А ну, капец, только легко сказать. Это дорожка, но здесь, конечно, опасненько так. Ой. Как раз в такой местности леопарды могут быть. О, елки, вам хоть что-то было сейчас видно, а то так шатает конкретно. Вон мы слонов обогнали, они там еще. Дойдет. А мы заезжаем с вами на поворот. Ох, и мчим по красивому парку Цаво. Очень красиво. Зеленые вообще эти животные, это вот цвета земли.